Продолжаем наш рассказ о оркестровых музыкальных инструментах. И, безусловно, наиболее интересными оркестровыми инструментами, наверное, для всех, самыми, можно сказать, экзотическими, являются ногафоны или ножные басы, то есть уникальные гармоники, на которых играют, как вы уже догадались, ногами. Нетрудно догадаться, и зачем они нужны. В любом оркестре, и симфоническом, и духовом, всегда нужны инструменты, которые исполняют самые низкие ноты в самом низком регистре. Среди струнных это, естественно, контрабас. Он не маленький по размеру, он совсем не такой, как скрипка. Это огромнейший инструмент, и всегда сочувствуешь контрабасисту, потому что на любой поезд он покупает сразу два билета. Один билет себе, а другой для контрабаса. Не менее интересная ситуация с духовыми, потому что тубы и валторны тоже инструменты не маленькие, но голосистые, с могучим таким низким басом. Иное дело гармошка. Дело в том, что ногафон или ножные басы – инструмент достаточно портативный. Вот у нас такой инструмент в музее есть. Вообще-то это огромнейшая редкость, потому что в России на сегодня известно всего три ногафона. Один ногафон находится у нас в музее, второй ногафон находится в музее в Вятке, а третий ногафон у частного владельца, он уже современный, он сделан по образцу старых ногафонов Тульской гармонной фабрики. Но интересно и то, как этот инструмент попал к нам. Дело в том, что в России самая первая фабрика, которая занималась изготовлением ножных басов, была знаменитая фабрика братьев Киселёвых. И вот здесь у нас есть очень хорошая фотография, где показано, где африкан Киселёв, сын Киселёвых, играет одновременно на двухрядной венке и на ножных басах, соответственно, руками на венке, ногами на басах. Трудно или нет играть на басах? Но я думаю, что совсем не трудно, если одновременно с этим не играть на другом инструменте. Но большинство исполнителей на ножных басах, они все были такими уникальными виртуозами. То есть они были исполнителями сразу на нескольких инструментах. Некоторые умудрялись играть сразу на трех инструментах, как наш научный сотрудник, старший научный сотрудник Геннадий Васильев. Он умудрялся играть на ножных басах, на гармонике хромке, еще на маленькой гармошке черепашке, а иногда мог присовокупить к этому еще и на специальной подвеске губную гармонику. Очень интересно, как попали к нам вот эти ножные басы. На самом деле, мы, конечно, предполагаем, что это фабрика братьев Киселёвых,
Но доподлинно это неизвестно, потому что ножные пасы попали к нам из Польши. Один из коллег Альфреда Мартиновича сказал, что в одном джазовом аккордеоном польском ансамбле были ножные басы, и что их готовы передать в музей, но очень много всяких помех, как их перевести, чисто бюрократических. Ну, Советский Союз, 50-е годы, железный занавес, ну, не так все, скажем так, просто с оформлением. И вот на одном из занятий Альфред Мартинович пожаловался о том, что хочет приобрести такие ножные басы своей очень симпатичной студентке, блондиночка с огромными глазами. Говорит, да ерунда, я привезу. Что вы думаете? Она поехала в Польшу, надела очень красиво, очень элегантно, упаковала ножные басы в коробку для обуви. Знаете, вот носили тогда обувь, которую у нас называли ботфорты или галифе. Ну, в общем, это очень длинные сапоги, которые носили наши модницы под мини-юбку. И вот с такой коробкой она проходила мимо польской таможни. Таможник сначала загляделся на прекрасные формы, потом загляделся на ее голубые глаза, потом его взгляд опустился на большую коробку из-под обуви. И он спросил, а что там? Ха, боты! Сказала она спокойно и пошагала красивым жестом дальше. И так эти ножные басы прекрасно, без всяких бюрократий, попали к нам в музей. Но вот интерес у всех такой, как же они устроены. Прежде чем мы сделаем уникальное вскрытие, а сегодня будет у нас вскрытие этого инструмента, мы посмотрим, что там находится внутри, мы посмотрим на голоса, которые звучат в ножных басах. Посмотрите, какие они большие, потому что чем ниже звук, тем длиннее язычок, и тем больше усилий нужно, чтобы его раскачать, то есть чтобы он начал колебаться, и чтобы звук был густой. Если вы обратите внимание, на язычках есть специальные утяжелители. Но это уже технические моменты, а мы сейчас пойдем во второй зал и посмотрим, что же находится в ножных басах и как они устроены. Итак, дорогие друзья, вот они, ножные басы или ногафон. А что же там интересно внутри? Давайте посмотрим. Значит, здесь был болтик, винтик, он открывается и снимается вот эта передняя панель с кнопками прям. Вау! А здесь у нас так называемые педали, которые приводят в движение клапана. Ну, достаточно такая система. Несложная на первый взгляд, но, конечно, все это выточить, выпилить. Это воздушный клапан. На вот этих вот сцепах, гвоздиках держится так называемая дека. Мы ее всю здесь открыли и готовы ее приподнять. Приподнимаем, а там внутри вот такие замечательные голоса, большие, с напайками. Даже они издают звук. Ну, судя по всему, эти басы, они, ну, как минимум, они трехголосные получаются. То есть вот основной тон и две октавы, получается. Вот основной тон, две октавы. Работает, соответственно, тоже все в одну сторону. Только на сжим меха, на разжим басы набирают воздух и надуваются. Судя по всему, здесь еще должен быть какой-то впускной клапан. Где-то он тут находится. Но я думаю, что мы его сейчас обнаружим. Такие достаточно увесистые пружины. Но все, конечно, такое старенькое. Видно, что это действительно музейный исторический экспонат, но при желании, я думаю, что наши кулибины смогут повторить данное устройство. А еще мы в него потом встроим MIDI-систему, и тогда вообще будет любым видом контрабаса или даже бас-гитары будут играть ножные басы. А вот эти отверстия служат так называемыми затягивающими вентиляционными отверстиями, в которые воздух набирается. Вот. А потом уже нажимает. Он играет. Сейчас попробуем то же самое ногами. Я одел блестящие туфли. Буду сейчас играть ногами. В общем, я понял, что здесь нота до вот здесь находится. Самая правая.
ра-та-та-та-та-до. Этот ряд у нас пошел вниз по баса аккордовому квинтовому кругу, как на баяне. Это была нота фа, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль и ре, она же до диез. А вот здесь вот нас встречает история. Это до, а вот это будет соль, ре, ля, ми, си, фа, диез. И получается, если напротив, ну, как будто бы каждый ряд, он же вспомогательный получается. Ну, в общем, мы будем играть в ля мажоре, поэтому я нажимаю ля и ми. Ну, давайте, Александр Иванович Курдюмов, поаплодируем, попросим нашего маэстро. И... Владимир Бутусов, и он сейчас будет одновременно, ну то есть я, играть и на басах, и на гармошке. Итак, надо прицелиться. Играю одной правой и на басах.